Он привел впервые голосующих вам замечательных школьников. Губернатор Дмитрий Азаров сегодня утром голосовал на избирательном участке, расположенном в стенах школы 132. Перед этим он объехал другие избирательные участки, расположенные в Самаре, отметил высокую активность горожан и приподнятое настроение, с которым самарцы пришли выбирать будущее страны на ближайшие 6 лет. Напомним, выборы президента страны в России проходят 8-й раз и продлятся 3 дня. Спасибо, вы проголосовали. Губернатор отметил, что во время проведения специальной военной операции сплочение россиян особенно важно, как важно и то, в чьих руках окажется страна в этот непростой период. А решить это можно, только придя на выборы. Гражданская активность важна всегда. Но сейчас, в особый период развития нашей страны, конечно же, проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию. А любой, кто приходит на избирательный участок, он голосует за Россию, за ее будущее. Он делает выбор вместе со страной будущего для своей семьи, для следующих поколений. В то время, когда наши парни на передовой, наши герои, защитники Отечества, отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное небо над нашей Родиной. По сложившейся традиции на избирательный участок Дмитрий Азаров приехал с мамой, которая всегда участвует в голосовании. Губернатор выразил надежду, что те самарцы, которые сегодня не успели проголосовать, сделают это в ближайшие выходные. Виктория Шарая, События.